Шымкенте активно обновляются фасады многоэтажных домов. В проект включены здания, находящиеся на центральных улицах и требующие капитального ремонта. Долгие годы портящий облик мегаполиса постройки теперь преображаются, и жители выражают свою радость. Фатима Мельдиханова уже 25 лет живет в доме, который шымкентцы называют «Шарабара» на улице Токихан. Многоэтажка, построена в 1987 году, с момента ввода в эксплуатацию ни разу не ремонтировалась. Женщина сожалеет, что из-за обветшалого внешнего вида дом портит общий облик города. «Мы обращались в акимат и в другие инстанции, но все было тихо. Когда пришел новый аким, он посмотрел, сказал «сделаем» и сделал. Спасибо ему большое за это». В прошлом году фасад дома был освещен, но днем его состояние оставляло желать лучшего. Жители обновленного дома теперь самостоятельно ремонтируют подвал и заменяют водопроводные трубы за свой счет. «Мы делаем это для себя, обновляем для нашего комфорта. Спасибо акимату за обновленный фасад, а дальше и нам самим нужно действовать». В Шымкенте запланировано обновление фасадов 62 домов, из которых 27 уже отремонтированы. Представители городской администрации подчеркивают, что эти работы выполняются за счет местного бюджета, без привлечения средств жильцов. С 2011 года по программе модернизации было отремонтировано более 200 домов. Сейчас проводится работа по обновлению их фасадов. Напомним, что работы, начатые на улице Токихан, продлятся до конца года. В планах обновить фасады 32 домов в районе Аль-Фараби, 18 домов в Каратау и 12 в Туранском районе.